Ну что, Sailor Moon закончила свою работу и готова на подвиги. Мы снимали сегодня SSL, «Спаси свою любовь» в рамках телепроекта «Дом-2». Смотрите нас каждый день по будням в эфире канала ТНТ. Люблю вас. Инопланетный гость летит издалека. Че, мне хорошо таки такая прическа? Что скажете? Сейчас пятничные пробочки меня ждут. Еду к вам, ждите. О. Кстати, с лентой у меня по-прежнему фигня. Ничего не обновляется. Представляете, весь день такая фигня. Надеюсь, что завтра все исправится. Кто куда в пятницу вечером? Тюк-тюк-тюк. Вот не умею я на камеру разговаривать. Долго. Поражают те, кто могут долго что-то болтать, причем интересно. Я вот не могу. Я могу только других снимать и стебаться. И так я не могу. Ну, могу, например, Черно показать в мусорном мешке. А что ты со мной не прячешься? Слушай, у нее шикарное платье, это я ей покупал. Да вот сразу видно эту безвкусицу, это понимаешь? Я покупал. Издалека просто. Я тебя очень люблю, но тебе не стыдно было одеть этот мусорный мешок? Вот у меня такой же на 6 литров, блин. Давай, отрекламируй мне так это платье, чтобы я поняла, что ты вот это, что ты секс ходячий. Ты ничего? Да. Вот сумка у тебя прикольная, Зара, вот эту сумку я эту знаю, она вот крутая. Не под этот образ, но она офигенная. А вот зачем ты этот мусорный мешок одел? Видишь, как у меня просто фигура типа... Какого? Яблоко? Яблоко? Да, тыква! У тебя тыква! Очевидно, какое яблоко! Нет, смотри, получается сейчас... Ты груша, зай. Ты груша. Тетя груша из сказки. А в 12 ночь, когда начинаешь жрать, превращаешься в огромную тыкву. Ну давай, рекламируй свой этот мешок. Смотри, в общем, она очень прекрасно выделяет грудь. Плюс оно синего цвета. А тебе надо выделить свою грудь, да? Конечно, хоть что-то можно из доставки выделить. Так. Вымя. Хоть что-то можно... Хоть что-то можно выделить именно из достатка. Достоинства. Ножки красные мои видно в нем. Не, ну ножки у тебя нормальные, кстати, хорошие. Вот это та самая пробка, про которую вам сегодня говорила. Начиная от Молодогвардейской улицы. Все съезжают на Платку. А те, кто не съезжают на Платку, я сегодня не стала. Поехала на удачу, и вот, пожалуйста, все стоит. И все это стоит ровно до Крокуса. Ну, правда, сейчас не знаю, может, уже и дальше, но, как правило, это так. И... Проблема не в этих ремонтных работах, потому что зимой их нет. Ну, постоянно вот такая фигня. На МКАДе в этом участке. Почему, непонятно. Она просто пробка длиной в жизнь вечная. Вечный стояк. Ну, всегда есть, в принципе, выбор. Вот есть справа... Полоса свободная. Она стоит всего 3000 рублей. Можно и по ней. Кстати, сейчас можно, потому что эта полоса нормальная. Здесь еще пока не 3000 рублей. Но
Если ты хочешь продолжить свой путь, то это стоит 3000 рублей. Таких куча мелких всяких дебильных аварий непонятных. Чего вот они стоят? Но они стоят. Чего случилось? Что-то случилось. А вот еще одна головная боль людей, которые живут за городом. Это пятница. Два дня есть. Пятница и воскресенье. Это дачники. Люди, которые везут рассаду на дачу. Вот они все здесь. Вот они все стоят здесь, видите? И вот так каждую пятницу вот так мы возвращаемся домой. Потому что все хотят на дачу. А еще я пилю сторис весь день, потому что мне не обновляется лента. Вот. И это ужасно. Поэтому терпите меня, пока мои сторис. Я ничего не вижу. У меня вот посты, которые 21 час назад кто-то выложил, там 5 постов. Вот я их только вижу. Больше ничего не вижу. И свое не выставляю тоже ничего, потому что не хочу, мне грустно. Поэтому терпите, я сегодня буду вас мучить. Хотите, не терпите. Хотите, терпите. Ну, в общем, я сегодня, видите, вот такая. Кстати, мне стало получше. Антибиотики начали действовать на меня. Просто только на 6-й день. Но тем не менее. Спасибо вам огромное, всем, кто переживал сильно за меня, плакал, писал письма, надеялся и верил вместе со мной, что все будет хорошо. И так и случилось. Спасибо, мои хорошие. Это был нелегкий день, но я его пережила. Кто помнит эту песню?